Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я предлагаю вам связать вот такую паутинку полупатентной вязкой, вот с такими рукавами, рукава-фонарики, вот такие вот достаточно пышные, у манжета сжимающиеся, V-образная горловина образована вот так вот внахлёст, вот так она выглядит. Сзади, спереди. Изделие не моего размера. Изделие на два размера, на девушку на два размера меньше меня. Скос плеча, пожалуйста, посмотрите, как вывязан. Рукава с небольшим окатом вывязаны. В общем, изделие получилось очень теплое. Вы видите, на улице снег. Я стою, снимаю, и мне комфортно, приятно. Вот такое вот замечательное изделие. Если вы хотите разнообразить свои паутинки еще одной, вот такой, связанной полупатентным узором, то я приглашаю вас. Пройдемте за стол, и я покажу вам, как ее связать. Дорогие друзья! Если вы считаете это видео полезным для себя, то внизу в инфобоксе, а также в первом комментарии, я укажу вам свой номер карты Сбербанка, и вы можете перевести любую сумму, исходя из вашего достатка и полезности данного видео именно для вас. Благодаря этому я продолжу снимать полезные для вас видео и размещать их, как и прежде, в свободном доступе. А у вас останется возможность учиться и осваивать новые для вас приемы и принципы вязания. Итак, данная модель вязалась на размер 44-46. Размеры я ее позже вам покажу прямо на листочке. А сейчас я хочу поговорить о пряже. Для данного изделия я использовала пряжу Siam Kimberly. 80% кидмохер, 20% полиамид. В 25 граммах 210 метров. Замечательная пряжа. Ее я приобретала в магазине пряжа.су. Внизу под видео я вам оставлю ссылку на магазин и на промокод. Промокод Ольга23. Проходите, заказывайте, если вам понравилась эта пряжа и это изделие. Итак, расход на изделие у меня составил неполных 5 мотков. Всего это у меня 121 грамм ушло. Если в метрах посчитать, это будет 1016 метров, 5 мотков. Я вязала на спицах 4,5 миллиметров в одну нить. Резинки я вязала на спицах 3,5 миллиметра. Номер цвета пряжи 10-111. На сайте 3 разных цвета голубого. Вот этот голубой именно 10-111. Итак, поговорим о замерах. Ширина моего изделия 62 сантиметра. Полностью вся высота моего изделия около 55 сантиметров. Так как вязание полупатентная вязка, она все-таки на кидмахере немножечко шевелится в сторону. Чуть ее растяни, будет пошире. Чуть вытяни вверх, будет подлиннее. То есть здесь немножечко плавающее полотно, поэтому цифры приблизительные. 24 сантиметра у меня, а вот здесь немножечко неправильный расчет, у меня до проймы. Вот здесь 24 сантиметра. Вот от сих пор до сих 24. Вот этот я зачеркну размер. У меня здесь немножечко неправильно. У меня пройма где-то вот отсюда начинается. Ну, у меня такой технический рисунок. Я думаю, что вы меня простите. То есть до проймы высота 24 сантиметра. И от проймы получается отсюда вот вверх. V-образная горловина. Тоже 24 сантиметра. Плюс 3 сантиметра у меня скос плеча. Высота скоса плеча. Ширина плеча у меня 30 петель. Я ее шириной не рассчитывала. Она мне здесь, в принципе, не нужна. Я знаю, что у меня горловина 28 сантиметров без обвязки, без учета обвязки.
37 петель, и потом в расчетах у меня получилось, что ширина плеча 30 петель. В сантиметрах она мне, в принципе, не нужна. 4 сантиметра высота резинки. По высотам вроде бы все. Ширина рукава у меня около 20 сантиметров, 76 петель будем набирать. Здесь провязан окат на рукаве, обязательно, чтобы здесь не было никаких подмышек, пельменей, как их принято называть. Чтобы не было вот здесь пельменей, мы здесь сделали скос и еще вывязали окат рукава, чтобы рукав шел не вот так прямо вшивался, то есть набрали петли и пошли вот так вот его вязать. У нас ни у кого вот таких рук не бывает. У нас руки идут вот так вот вниз опущены. Поэтому окат рукава тоже есть, он равен 4 сантиметрам или 16 рядам. Моя плотность, вот она, это в рядах, это в петлях, в одном сантиметре. Длина рукава от подмышечной впадины до резинки 46 сантиметров, высота резинки 6 сантиметров. Обвязка по горловине 3 сантиметра, ширина запястья 6,5 сантиметров. Ну, вроде бы все размеры я вам здесь указала. Если что, делайте скриншот, фотографию экрана и пользуйтесь. Так, приступим дальше. Как же мы начинаем вязать? Я для вас здесь сделала наиподробнейший чертеж. Я думаю, вам все будет понятно. Не смотрите, что они такие кривые, но как умею, так и делаю. Итак, мы набираем... Так, давайте. Мы набираем в круговую 218 петель. На спице 3,5 мм для того, чтобы связать резинку. Резинку мы вяжем на спицах 3,5 мм. Это нижнюю резинку. Провязали 4 сантиметра в круговую 218 петель, 4 сантиметра, резинка 1 на 1, потом перешли на резинку полупатентную и связали еще отсюда, от начала резинки вверх, 24 сантиметра прямо в круговую. У нас до разделения на проймы все изделие вяжется в круговую без швов. Этот момент я люблю вязать по изнаночной стороне изделия. То есть я связала резинку 1 на 1, и потом лицевая сторона у меня вот эта, когда я вяжу в круговую. Потом, когда я буду дальше вязать, у меня уже лицевая сторона становится вот эта. Здесь мне в этом джемпере понравилась больше вот эта лицевая сторона. Понятно, да? То есть вяжем, когда лицевая сторона числится вот это. Здесь удобнее делать. Получаем лицевая, изнаночную снимаем с накидом. Лицевая, изнаночную снимаем с накидом. Лицевая, изнаночную с накидом. Это первый ряд. Второй ряд лицевую провязываем, изнаночную вместе с накидом провязываем, как 2 вместе изнаночной. Лицевая, 2 вместе изнаночной. Лицевая, 2 вместе изнаночной. И вот так вот я по кругу хожу. Вот это вот у меня как будто бы лицевая сторона. Так. Дальше мы вяжем, когда мы отвяжем 4 сантиметра резинку, 24 полупатентным узором, на спицах 4,5 миллиметра уже, весь полупатентный узор вяжем на спицах 4,5 миллиметра. Отвязав 24 сантиметра, начинаем делать вот здесь пройму. Как мы ее делаем? В первую очередь я люблю вязать спинку. То есть мы делим все наши 218 петель на две части, ставим маркер здесь и здесь. Получается у меня 109 петель спинка и 109 петель перед. Вначале я делю, и вначале я всегда вяжу спинку. Мне так удобнее. Вы видите, что по пройме я убавляю 3 раза. Один раз 3 петли, один раз 2 петли, один раз 1 петля. То есть провязали мы в эту сторону, закрыли 3 петли. Развернулись, провязали в эту сторону, закрыли здесь 3 петли. Сюда закрыли 2 петли в начале ряда. Сюда пришли в начале следующего 2 петли. Потом опять в начале ряда 1 петлю и здесь 1 петлю. В итоге у нас на спицах окажется 97 петель. Эти 97 петель мы вяжем вверх на расстоянии опять 24 сантиметра. То есть у нас получается вот тут 24 от резинки. Давайте я нарисую резинку схематически. Это резинка 4 сантиметра. Дальше 24 сантиметра у нас
до разделения на проймы это все в круговую было связано. Вот здесь вот мы уже начали обратными рядами идти. Отдельно спинку, а петли полочки пока не трогаем. Вот, провязали, получили 97 петель, вяжем от начала вот от этой точки вверх вертикально 24 сантиметра. Как только отвяжем 24 сантиметра, мы все петли делим на три части. Первая часть одно плечо, вторая часть горловина 37 петель и второе плечо 30 петель. Все, и начинаем делать окат рукава. Окат рукава у нас делается за 12 рядов. 6. Раз по 5 петель. Не довязываем, оставляем их открытыми. Эти петли я в готовом изделии сшивала игла в иглу. Вот. Мы их оставили открытыми, и потом мы их просто сшили. У меня есть на канале мастер-класс, как я сшиваю по открытым петлям. Шов по открытым петлям у меня на канале есть. Как делается, если вы не знаете. А петли горловины я закрываю бесступенчатым закрытием. Одновременно эти петли оставляю, а эти петли закрываю. Горловину закрываю я следующим образом. То есть вся горловина у меня за 8 рядов. Если у меня плечи за 12 рядов, горловина за 8. То есть, отвязав два раза по 5 петель, то есть мы провязали сюда, не довязали 5 петель, развернулись, ушли сюда, не довязали здесь 5 петель, развернулись, ушли сюда, не довязали здесь 5 петель, развернулись, ушли сюда, не довязали здесь 5 петель. И останется нам 4 раза здесь закрыть по 5 петель, и мы пришли к горловине. Мы идем до сюда. Вот эти петли, средние 13 петель мы закрываем, и пошли, уходим, теперь вяжем остатки. Вот здесь мы уже два раза закрыли. Теперь мы вяжем, продолжаем скос плеча формировать и закрываем петли по горловине. То есть мы закрыли 13 центральных петель. Ушли сюда, не довязали еще 5 петель, развернулись, пришли сюда. В начале ряда закрыли 6 петель, пришли сюда, не довязали 5, развернулись, пришли сюда. Закрыли 3 петли, развернулись, не довязали 5, пришли сюда, закрыли 2 петли. Развернулись, не довязали 5, пришли сюда, закрыли одну петлю, и вот мы тут с вами остались. Вот наша ниточка. Оставляем ее подлиннее, ею мы потом сошьем вот здесь вот наш, сделаем шов, чтобы у нас не оставалось хвостиков. Так, понятно, да? Потом мы возвращаемся сюда и провязываем сюда, не довязываем 5, приходим сюда, в начале следующего ряда закрываем 6, ну и так далее мы приходим вот к этому концу, и здесь тоже у нас будет кончик. Мы тоже этим кончиком потом сошьем петли спереди на плечах. Все, спинку мы с вами вывязали. Можете уже посмотреть, нравится вам, не нравится, размеры угадали, не угадали. Ну, в общем, вот. Дальше мы начинаем вязать перед. Как мы вяжем перед? Мы остановились с вами вот здесь. То есть вот это все у нас в круговую провязано, спинка и перед. Остановились здесь, набрали петли на спицы снова, петли переда, и начинаем вязать дальше. Если мы спинку с вами закрывали 3, 2, 1 петли, то по переду мы закрываем 3, 2, 1, 1. И здесь тоже 3, 2, 1, 1. То есть на одну петлю поглубже делаем вырез проймы, углубление проймы по переду. Ну, у нас такая фигура. Ну, здесь вот так вот я решила сделать. То есть то же самое. Закрыли, закрыли, закрыли. После того, как мы закрыли, у нас на спицах 95 петель. Эти 95 петель мы сразу делим пополам на две части. И в середине... Вот у нас будет одна часть закрываться, вторая часть закрываться. И по центру мы добавим еще одну петлю. Например, вот вы сейчас провяжите 48 петель на марк. Ну, поставьте маркер, их вы пока в работу брать не будете. Добавьте вот здесь по центру одну петлю и начинайте вязать туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Формировать уже V-образный вырез. У меня... V-образный вырез формируется. Да, давайте сначала расскажу вам смысл формирования
V-образного выреза. У меня вот здесь 18 петель и получается 64 ряда. Я так просчитала, как я убавляла вырез. Вот смотрите, 64 ряда я отметила. Ну вот за эти 64 ряда, вот это не ряды, вот ряды начинаются отсюда. Вот 30, 60 и еще 4. За эти 64 ряда нам надо убрать 18 петель. Я убавляю, люблю убавлять кучками по 2 петли. То есть убавила в одном ряду петлю, через ряд вторую. Потом я могу большой промежуток не убавлять. Снова убавила одну, через ряд вторую. Для чего я это делаю? Для красоты. Для того, чтобы у меня вот здесь по вырезу горловины не шло никаких лицевых дорожек. Ну, то есть, если бы я убавляла через 4 ряда, например, каждый ряд, то я, убавив изнаночную, у меня бы были 2 лицевые рядом, и они вот так вот двумя дорожками бы шли. Это некрасиво. Я убавляю лицевую, следом за ней убавляю через ряд изнаночную, потом я долго-долго-долго могу не убавлять. Снова лицевую, изнаночную, долго-долго могу не убавлять. Значит, убавила во втором, в четвертом, потом в шестом, в четвертом, во втором, в шестом, во втором, в шестом, во втором, в шестом, во втором, в четвертом, во втором, в шестом, во втором, в шестом, во втором, в четвертом, во втором. Ну, вот так вот я убавки делала. Убавки я делала по изнаночной стороне. У меня еще не заправлены кончики, я думаю, что вы меня простите. То есть, смотрите, по изнаночной стороне мне было легче. Здесь у меня шла кромочная, вместе с кромочной 6 петель, 5 петель я оставляла нетронутыми. То есть кромочная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот шестая петля и следующая за ней я провязывала 2 вместе. Вот, видите, я сначала убавила, вот у меня отсюда начало идет, убавила изнаночную, через ряд лицевую. Потом несколько рядов провязала ровно, видите, у меня, как бы сказать, дорожки не съезжают. Снова убавила изнаночную 2 вместе, через ряд лицевую 2 вместе. Снова у меня дорожки не съезжают. И пошла дальше. Опять сколько-то провязала, убавила как бы 2 в кучку. Но я в одном ряду стараюсь не убавлять, потому что здесь будет сильное сжатие. Я стараюсь через ряд делать убавки по изнаночной стороне изделия. То есть вот то, как мы с вами вязали, вначале как бы считаю вот эту лицевой стороной, так я здесь делаю убавки для того, чтобы лицевая сторона у меня вообще убавок практически. Вот видите, как они красиво в изнаночную уходят. И у меня они хорошо-хорошо так красиво смотрятся. Вот, пожалуйста. Вы можете убавлять любым удобным для вас способом. Итак, мы убавляем, убавляем, убавляем. И вот здесь вот я написала цифры 5. Что они значат? Эти цифры обозначают начало скоса плеча. То есть в этом, когда мы вяжем, вот провязали первый ряд, галочками отмечаем, да, вот мы вяжем, 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 хоп, галочка попала на красное поле. Это означает, что в этом ряду мне нужно по изнаночной стороне изделия сделать прибавку, убавку. Следующий ряд, хоп, опять красный, опять убавку. Дальше вяжем без убавок, опять пришли на красный, убавка. То есть я даже не слежу, и у меня очень симметрично получается убавки по левой стороне и по правой стороне. То есть вот благодаря тому, что я делаю вот так схематически. Дальше мы с вами вяжем, 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 вяжем. И нам надо будет убавить, у нас скос плеча одновременно с горловиной закончится, правильно? То есть мы убавляем петли по горловине и по скосу плеча и должны прийти вот в эту точку. Значит, вот отсюда я ставлю вот эти по 5 петель плеча, вот сюда я указываю через ряд, потому что мы же через ряд делаем скос. То есть в первом ряду делаем, во втором не делаем, в третьем делаем, в четвертом не делаем. То есть в каждом втором 5, 5, 5, 5, 5, 5. Все наши 30 петель я здесь указала. И тогда я вяжу спокойненько, ровненько, ничего никуда не прикладываю. Вот, как только я довяжу вот до этой галочки, я вижу, что у меня вот здесь вот цифра 5. Значит, я знаю, что мне в конце надо не довязать 5 петель. Потом иду дальше, вяжу. Следующий ряд спокойно вяжу. В
в следующем ряду мне надо закрыть с этой стороны одну петлю. И при этом тоже сбоку не довязать 5. Снова следующий ряд вяжу нормально. Потом опять не довязать с одной стороны 5, с этой закрыть петлю. И вот таким образом по схеме мне очень легко вязать. Если хотите, можете ею воспользоваться и вязать также. За 64 ряда я убавила, считаем красненьким. У нас это получается 18 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 групп по 2 петли. Ну вот и все. Мы с вами довязали перед, мы с вами довязали спинку. После того, как мы связали с вами эти две части, я сшиваю плечевые швы. Вот, с переда со спинкой. Сшиваю петля в петлю. Видео у меня есть такое, как шить петля в петлю. Тоже, ну, я внизу, возможно, вам оставлю ссылки на все видео, про которые я сегодня говорю, чтобы вы не лазили по каналу, не искали, вам было удобно. Смотрите, под видео будут ссылки. Дальше. Нам осталось связать рукава. Как мы вяжем рукава? Так, рукава. Сейчас мы с вами берем. Чуть не забыла один момент. Перед тем, как вязать рукава, я вам настоятельно рекомендую постирать изделие без рукавов. То есть рукавов еще нет, но ВТО уже нужно провести. Уже сшили мы с вами плечевые швы и пошли стирать изделие. Постирали, разложили, высушили. Как я стираю паутинки? Паутинки я стираю в очень теплой воде. В той воде, в которой мы моем новорожденных детей. То есть опустите свой локоточек в воду, и вам должно быть не горячо. Только в такой температуре стирается кид-махер. И только руками. Если вы будете стирать в машинке, результат я вам не обещаю хороший. Сваляется изделие. Больше чаще всего. Итак, намочили изделие в воде с шампунем. Я еще стираюсь с обычным человеческим шампунем. Кто как хотите, стирайте. Я вам рассказываю свой опыт. Чуть-чуть, немножко шампуня положили, побулькали рукой воду, положили нашу паутинку. Потом ее вот так взяли. Она сейчас воздушная, такая большая. А когда она в воде у вас будет, она будет такая духленькая, маленькая. И вы ее легко можете вот так сжать в кулачке. Вот именно так мы ее собираем в кучку. И вот так выжимаем воду. Вот такими движениями. Вот. Ни в коем случае вот так вот не выкручивайте, как обычное белье. Иначе вы порвете волокна, и у вас испортится ваша паутинка. Берем и вот так вот отжали воду. То есть держим на весу. И вот так вот выжимаем из нее воду. Выжали, расправили, на полотенце разложили. Она высохнет очень быстро, за несколько часов. Потому что полотно легкое. Дальше. После стирки мы набираем петли по краю. У меня вот здесь вот было, по-моему, 31 кромочная. Может быть, я ошибаюсь. В общем, мне надо набрать вот здесь 76 петель в круговую. Начинаю я набирать вот от этого плечевого шва. У меня вот здесь вот, вот отсюда я начинаю набирать петли. И набираю. Получается 36, одна половинка. Вот до сюда, да, как бы условно до шва бокового. И 38 петель до плеча. 38 здесь, 38 здесь. 76 петель всего набрали. Дальше нам обязательно нужно окат рукава вывязать. Еще раз повторяюсь, посмотрите. Вот вам визуально. Так как у меня изделие досушивалось на манекене, оно немножечко вот так вот горбинку имеет. Ну, на теле это все замечательно смотрится. Вот у нас идет скос плеча. Мы с вами его вывязали. А если вы просто наберете вот здесь петли и будете вязать рукав, то рукав у вас дальше. Вот я убираю, просто вот здесь оставляю так, как было. А вот наш окат, который мы вывязали, я его уберу. Вот. И что мы видим? Мы видим, что у нас скос плеча идет вот так, а весь рукав идет вот так. И после того, как вы вашу ручку, вот у вас здесь прямо, а тут окат, вот так вот я его спрячу. Вот. Вот так. Вот, видите, да? Ну, во-первых, вот здесь вот, когда вы посмотрите, это смотрится некрасиво. Здесь скос, а вот здесь прямо.
Ну, у нас же руки не так расположены. Неважно. И когда вы будете опускать ручку, у вас вот здесь будет формироваться пельмень. Вот такие вот какие-то складки воздушности, да? В то время, когда вы вот видели, вы видели, да, этот... Вот сейчас я окат сделала, и вот здесь уже воздушности, если они и будут, то их будет намного меньше и вообще практически не будет. Вот. А вы же никогда не ходите с руками вот так вот в разные стороны. Вы всегда ходите, когда у вас руки опущены. Поэтому все-таки головку окат рукава даже на оверсайз изделиях вывязывать небольшую, но нужно. Это я вам просто объяснила, для чего мы это делаем. Набрали 38 петель и 38 петель. И начинаем отсюда вязать, формируя окат рукава. Вот от этой точки мы вяжем какое-то количество петель. Ну, скажу сейчас 5, потом вам покажу. 5 сюда, разворачиваемся, провязываем эти 5, следующие 5, разворачиваемся. Провязали все петли, которые до этого взяли в работу, берем еще 5 петель. Разворачиваемся, все петли берем в работу, что до этого были, и еще 5 добавляем. И таким образом мы крутимся туда-сюда, туда-сюда, и вывязываем наш окат рукава. А вот здесь его хорошо видно. У меня окат рукава, ну вот примерно вот столько, вот его видно. То есть вот рукав пошел дальше прямо, а вот это все, это окат рукава. Вот, видно же вам? Вот. Вот мы так и будем плясать, когда мы, пока мы не возьмем последние петли в работу. Как только мы с вами замыкаемся в круг, то есть взяли последние петли, мы идем и вяжем в круговую наш рукав. Теперь, поскольку петель мы берем? У нас 38 петель. Мы каждый раз вот отсюда, от центра, захватываем по 5 петель, и в конце мы захватим последние 3. Аналогично и здесь. Тоже мы захватываем 7 раз по 5 петель и последний раз 3 петли. Вот мы, и вот таким образом мы ходим, формируя окат рукава. Вот. Как только сформировали, начинаем вязать вот так в круговую весь наш рукав. Думаю, это понятно. Я здесь по рукаву делала убавки. В принципе, теоретически их можно и не делать. Ну, я все-таки их делала, поэтому вам расскажу. Я их сделала, я боялась, что мне не хватит пряжи. Если вы не боитесь, у вас в пряже за глаза, вы можете эти убавки не делать. Здесь я сделала 2 убавки. У меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. В 32 ряду, в 34. И еще раз в 32 и в 34. Убавляла я симметрично, то есть убавляла я от центра с одной стороны и с другой в одном ряду и через ряд во втором ряду. Здесь одну петлю и здесь одну петлю. Вот в каждом этом маркере получается по 2 петли с одной стороны и с другой стороны. С одной и с другой. То же самое здесь. С одной и с другой. И тут же вот с одной и с другой. То есть вот здесь вот у меня 2, 4, 6, 8 петель я убавила. 70. Получается 76 минус 8. Получаем 68 петель. Все. И вяжем прямо, прямо, прямо. У меня вот от подмышки до манжета где-то 48-49 сантиметров. Теперь, перед тем, как перейти на манжет, нам нужно убавить петли. Как я эти петли убавляла? Я вязала в следующем ритме. 2 вместе изнаночной, 2 вместе лицевой. 1 изнаночная, 1 лицевая. 2 вместе изнаночной, 2 вместе лицевой. 1 изнаночная, 1 лицевая. 2 вместе изнаночной, 2 вместе лицевой. 1 изнаночная, 1 лицевая. Думаю, логику вы запомнили. И вот так вот я связала весь ряд. А в итоге у меня на манжете оказалось 46 петель. Манжет я вязала спицами 2,25. Если мне низ изделия нужен был, чтобы он был прямой, чтобы он был не стянутый, то манжет мне нужно было, чтобы он стянулся. Чтобы он стянулся, я взяла тонкие спицы 2,25. Вот, поэтому он у меня такой, как резинка. Он исполняет роль резинки.
нижнее полотно роль резинки не исполняет, а просто как бы роль рисунка, играет роль рисунка. Внизу резинка. На манжетах резинка выполняет роль резинки, пружинки. Все. Манжет я закрывала с накидами, потому что кид-махер, он не тянется, ряды закрытия не тянутся. Мне здесь на кид-махере абсолютно не нравится закрытие, имитирующий фабричный край. Очень не нравится, не знаю почему. Если вам нравится, делайте такое закрытие. Я делаю просто закрытие протяжкой, изнаночную я закрываю с накидом. То есть лицевую я просто закрываю протяжкой. Перед изнаночной я ставлю накид, провязываю изнаночную петлей изнаночную, протягиваю эту изнаночную через накид и протягиваю ее через петлю на спице. Лицевую опять протяжкой. И вот таким образом я закрыла все петли. На рукавах у меня вот от подмышки до манжета получилось 140 рядов. То есть 70 вот таких галочек. Вот таких вешечек, галочек. Вот у меня 70 штук. Одна галочка это 2 ряда. 2, 4, 6, 8. Очень легко считать. Вот. Ну и все. Закрыли манжет. Набрали второй рукав. Петли по краю. Аккуратно набираем, чтобы не было дырочек. 38 петель с одной стороны, 38 с другой. Также вяжем, также делаем убавки. Здесь у меня, наверное, уже я... О, нет, вот они спрятались. Резиночки, надо их уже оборвать. Вот. И также вяжем аналогично второй рукав, закрываем с накидами. Для того, чтобы он был все-таки растягивался и на ручке смотрелся хорошо. Нам осталось только обработать V-образную горловину. На V-образную горловину я очень аккуратно, начиная вот отсюда от центра, стала набирать петли, делая это так, чтобы они у меня не вытянулись. Чтобы вот здесь вот у меня не было никакого как бы сужения полотна, а шло все ровненько. Полотно это у нас уже отстиранное, мы с вами стирали, поэтому здесь делать хорошо. На спицах 3 миллиметра я делала вот эту вот резиночку обвязку. То есть я набрала петли по переду, набрала петли по спинке и снова набрала петли по переду. Для чего я здесь закрывала петли спинки, а не оставляла их ну, открытыми, для того, чтобы у меня вот здесь все-таки полотно по спинке было стабильное, чтобы оно у меня не сваливалось с плеч, не растягивалось. Поэтому я здесь сделала вот таким вот швом закрытия, условно. Я петли по спинке закрывала, как вам и говорила. Вот, потом по закрытым петлям набрали петли по спинке. И вторая вышка. Обратно поворотными рядами вязала я. Видите, да, что у меня вот набрана была одна сторона и набрана вторая. Вот здесь у меня был открытый край и вот здесь был открытый край. Потом, после того, как я 3 сантиметра обвязки сделала, я закрыла обычной протяжкой, без накидов. Просто закрыла аккуратненько, не стягивая полотно. И потом вот эти вот уголочки я сшила. Сначала я сшила внутренний уголок, потом я сшила наружный уголок. Аккуратненько. Вот и получился вот такой вот V-образный вырез. Вот и все, мои дорогие друзья. Мы с вами уже связали паутинку. Она вяжется очень просто. Мне кажется, она проще вяжется, чем я вам объясняла. Ну, а на этом, мои дорогие друзья, я буду с вами прощаться. Я желаю вам ровных, легких петелек. Желаю вам мирного неба, добра в ваши сердца, мира, уюта и всего вам самого-самого доброго. Ну, а я буду с вами прощаться. До скорых встреч и пока-пока.